Итак, немного о тренировках. Тренировки любят постоянство, любят регулярность. То есть ошибка большинства, скажем так, начинающих физкультурников какая? Не занимались, когда-то занимались, потом долго не занимались или не занимались вообще. И потом то ли видео насмотрелись, то ли по самочувствию уже поняли, что пора идти в зал. Пришли, нагрузились по полной, и потом две недели их в зале нет, или вообще месяц нет. Так не получится. Нельзя просто прийти в зал, на год вперед отзаниматься, и через год опять прийти. Так не бывает. Или как называют подснежники, да, весь год не занимаются, а весной побежали к лету заниматься. Это тоже не дело, но это хоть более-менее. То, что там какое-то время, да, там несколько месяцев люди тренируются. Но тренировки сами по себе, как образ жизни, требуют регулярности. То есть, если мы хотим хорошего самочувствия, если мы хотим получать какие-то плоды от своих тренировок, то они должны быть постепенными, они должны быть постоянными, и они должны, не должны вас перегружать. То есть нагрузку набирать потихонечку, потихонечку. Если вы вообще не занимались или если вы давно не занимались, нужно входить в тренировочный процесс очень, скажем так, мягко, чтобы себе не навредить. Потому что вот этот принцип «хватай больше, кидай дальше» – это не про здоровье. Про здоровье совсем другое. Нужно грамотно сбалансированные тренировки, питание, сон, регулярность. И тогда будет результат, вы ощутите этот результат и в жизни. Помимо тренировок, что важно, да? Помимо самих тренировок правильных, важно здоровое питание более-менее, нужен сон, чтобы было восстановление и, возможно, некоторые добавки.